Добрый день, сборка 1030, очень мощный игровой системный блок на базе Ryzen 5 3600, 6 ядер, 12 потоков, ядро Zen Plus, 32 мегабайта кэш третьего уровня, частота 3.6 до 4.2, стоит на материнской плате ASRock B450M Pro 4F, 450 чипсет, 2 радиатора на ключах, 8-пиновая колодка в цепи питания, памяти 16 ГБ DDR4, видеокарта у нас Sapphire Radeon RX 5700 XT на 8 ГБ DDR6, версия Nitro Plus. На трех кулерах, одна из самых лучших видеокарт в своем классе. Она бесшумная, мощная, довольно-таки габаритная. SSD накопитель у нас 240 гигабайт в формате SATA. Форм-фактор M.2. Блок питания у нас TR2S Thermaltake на 650 Вт, сертификат 80+. Процессор охлаждает кулер Deepcool Gamax 400 Blue Basic на 4 тепловых трубках. Корпус у нас формула. Два 200-мм кулера с RGB подсветкой спереди. И 120-мм кулер с подсветкой сзади. Спереди и сбоку на закаленное стекло. Сбоку тонированное закаленное стекло. Сверху есть разъем USB 2.0/3.0. Сверху пыльник магнитный. Подсветку можно переключить, отключить режим работы. Очень мощный системный блок. В большом, хорошем корпусе. Вот такой вот симпатичный, хороший ящик.